А вот и стражи. Пожаловали. А вот и неприятности. На тебе! Мутант. Чёртов. Что это такое? Быстрая зараза. Ой-ой-ой, а вот и подкрепление. Нифига себе, кто-то улетел. Эй! Давай-ка наляжем. Обожаю постапокалипсис. Тянем вместе. А тут еще и Москва, друзья. Артём, это вообще замечательно. Так, ладно. Готов? Что, не можешь вытянуть? Давай, как репку. Тянем. А, мощно. Двинули. Я аж повалился на пол. Наверное, можно отключить вот уже фонарь. Она, наша цель. Наконец-то. Да уж, Останкинская телебашня. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Нифига себе, вы только посмотрите на это все. На связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. Только представить, что вот такое может произойти. Кошмар. Все лежит в руинах. Костры какие-то. Эй! А вот и они. Наши, да? Отлично. О, неплохая махина. Я бы на такой покатался. О, да-да-да, вот там вот хочу. Что, у них даже радио тут имеется. Что, выходите, друзья. Нет? Это хоть наши, я не понимаю. Вроде бы. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Это еще что? Какой-то ураган, похоже. Ё-моё! Ёлочки-моталочки, копалочки. Отвали от меня! Сдохни! Давай-давай-давай! О, парни, вот это мы попали! Отличное начало! Эй-эй-эй! Мне показалось, кто-то в меня палит. Отвалите! Помогите, ребят! Похоже, зря я начал играть на среднем уровне сложности, мне бы... Или так и надо? Господи, да что тут происходит? Зря. Зря мы выбрались наружу. Метро. Это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар. Но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе, как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Thank you.
Ох уж эти собачки на улице. Не обращаем внимания. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Это наша палатка, насколько я понимаю. Давайте осмотримся немного. Можем поиграть. Да, немного мы аккордов, конечно, знаем, но ничего. О, класс. О, как-то мне это все нравится. Очень нравится, что? Продолжение культового романа Дмитрия Голховского «Метро 2033». Да, раз в месяц новая книга. Хит 2010 года. Спрашивайте во всех книжных. Игра, кажется, в 2010 не вышла, насколько я знаю. Пойдем, Артем, пойдем. Хотя могу ошибаться. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Что ты хочешь сделать с черными? Найти и уничтожить? Да не смеши. Как вас тут много. Подождите, можно как-нибудь по одному? Ё-моё, вот это да. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? С тобой можно поговорить? Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Не бойся. Давай послушаем Хантера. Сереженька. Привет, Сереженька, моего никто не видел. Сережа. Госпиталь переполнен. Все под контролем. Послушай, что говорят люди. Многие хотят валить со станции. Леша, Леша, боже мой, что же делать теперь? Жесть, я просто в шоке. Мне так это нравится. О, подожди, давайте еще вот сюда. Нет, нельзя войти. Нет, увы. Пойдем, Артем, пойдем. Оружейная. Петр. А, извините, не узнал. Да кто тебе расскажет? Они мне ничего не скажут. Не знаю, что делать. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. Здорово. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Боже, когда же это закончится? Я больше не могу. О, Господи. Как-то слишком много разговоров, я не могу за всем добраться, уследить. Не выходит. Да, дела складываются не лучшим образом. И вот эта вот настойка как-то мне приглянулась. Можно я посмотрю, что это такое? А тут что? Лечебная настойка, да? А, грибная? Ладно. Где наш Хантер? Давайте-ка уже с ним поговорим. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Это он так стучался? Мне показалось, кто-то дверь вышибает. Так, вот он какой. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Спасибо. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Черные, да?
К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черная тревога. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это они идут сверху. Только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хантер и... Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед, пошли! Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Здесь-то где? Давай. А, что, мне с пистолетом ходить? Ну, ладненько. Переключение между различными видами оружия. 1, 2, 3, понятно. Это все ерунда. С этим мы сталкивались уже. Где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Ладно. Тогда подождем, посмотрим, что же из этого выльется. Во всяком случае, нужно посматривать на эти решетки. Вентиляционные. Сейчас такой Гордон Фриман. Ой-ой-ой! Неплохо. Лучше я отойду отсюда. Да смотри, как мы с ними справляемся. Просто на отличника. Эй-эй-эй-эй-эй. Дядь Саша. Безнадежно! Нам их не остановить, Хантер! Да успокойся ты. Продолжать огонь. Давай-давай-давай, перезаряжай быстрей! Артемыч! Как-то я не очень хорошо демонстрирую свои стрелковые способности. Но неважно. Вроде как Артём, поутихло. С тобой все нормально. Конечно, этот-то не пропадет. Хм. Ну, раз ты так говоришь, значит, ладно. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! Ох ты ж. Не могу добраться. Черт, черт, черт! Черт, 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 черт! Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Спарта. И Хантер ушел один в туннель. Да, проверять. Хм, что ж, интересно. Глава первая. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово.
На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маме. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? А это кто, Женька? Ладно, хватай шматье вооружейное на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц перевертоться, куча этой работы! Блин, это круто! Ой, чертовски офигенная игра. Вы только что взяли патроны деньги. Качество и убойная сила этих патронов, сохранившихся еще с довоенных времен, делает их очень ценными. Патроны деньги используются как валюта. За них можно покупать оружие, предметы в оружейных магазинах. Также их можно поменять на другие типы патронов. Будем знать. Тут жизнь идет своим чередом. Если вы заблудились или хотите узнать вашу текущую цель, нажмите М, чтобы достать планшет. Угу, понятненько. Какой планшет? Система GPS. Навигация. Отлично, будем знать. А вот и коллекция открыток нашего Артема. Смотрите, эльфиевая башня, всякие храмы, египетские пирамиды, Кремль... Статуи Свободы, все-все-все, лондонский Тауэр, Биг Бен. Извини, Артём, тут пока закрыли. В общем, ладно. Где ты вообще эту запись нашел?